Решение арбитражного суда Саратовской области от 11 февраля 2019 года по делу номера 57/26692/2018 отменить, принять по делу новое судебное акт, которое признает недействительным постановление инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району города Саратова от 6 февраля 2018 года номер 64-53-000-472 взыскание налога сборов пени штраф процента за счет имущественного плательщика. Плательщика сбора, плательщика страховых взносов налогового агента банка в части взыскания за счет имущества индивидуального предпринимателя Алымова Андрея Владимировича налогов сборов пени штрафа в сумме 444 287 рублей 33 копейки. Удовлетворение требований индивидуального предпринимателя Алымова Андрея Владимировича в остальной части отказа.